Партия «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом на выборы губернатора Самарской области. По результатам тайного голосования действующего главу региона поддержали 132 делегата. Поддержка единомышленников, коллег, соратников – это очень важно. И я буду чувствовать за спиной вашу волю, энергию нашей большой партийной команды, доверие каждого из вас. Спасибо вам за это. В своем программном выступлении Дмитрий Азаров отметил, что приоритетами в его работе были и остаются социальная поддержка граждан и развитие региона. У нас ничего не остается в теории, у нас все применяется на практике во благо наших жителей, нас с вами, по сути дела. И поэтому мне кажется, что когда люди видят вот это неравнодушное отношение к своей земле и, самое главное, к нам, это всегда приводит к тому, что инициатива растет. Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября. Ксения Баканова, Константин Головин. События.